сидят в зале очень мудрые люди, очень опытные люди. И мы думаем, что вы нас сегодня поддержите. Итак, встречайте. Наш коллектив музыкальный называется «Легендочка». Это наша гордость, это наши дети, которые не только учатся замечательно, но еще и занимаются творчеством. И сегодня на сцене они для вас будут и петь, и играть, и даже танцевать. И все это наши дети. Мы начинаем наш концерт, и первым номером нашей программы мы споем вам зимнюю песню Андрея Усачева. Концертмейстер Тимошина Вера Николаевна. Сегодня спеть для вас, дорогие женщины, эту замечательную песню Сергея Иванова, которая называется «Мама».
исполнении Насти Карасевой прозвучит стихотворение, которое она тоже посвятила своей маме. Стихотворение называется «Красивая мама». Красивая мама, на свете вас много, в глаза вы глядите, открыто и прямо. В какую бы даль ни звала нас дорога, нас провожают красивые мамы. Мы маме так редко приносим букеты, но каждый так часто ее огорчает. А добрая мама прощает все это, красивая мама все это прощает. Под грузом забот, не сгибаясь упрямо, она выполняет свой долг терпеливо. Красиво по-своему, каждая мама, любое своей материнской красиво. Нас в детстве она забавляет игрушкой, порой мы о чем-то и шепчем счастливо. Когда-нибудь, мама, ты станешь старушкой, но будешь по-прежнему самой красивой. А на сцене одноклассник Насти, Денис. Дети не были бы детьми, если бы не любили все веселое. Наши дети очень любят веселые стихи, веселые песни. И вот сегодня Денис прочитает стихотворение «Вовка и таракан». С Вовкой я сегодня в ссоре, нету хуже хулигана. Причинил мне столько горя, погубил мне таракана. Таракана я лелеял, каждый день кормил лапшой. Каждый день линейкой мерю, стал рыжий и большой. Только Вовка мой дружище, вот ведь изверг, вот вандал. Оторвал ему усище и, конечно, дёру дал. Не твердит отец, да брось ты, Вовку надо бы простить. Я же весь киплю от злости, я готов его побить. Но подумалось мне ночью, как-то так, нежданно вдруг. Изверг Вовка, это точно, но он все-таки мне друг. Сара Боголюбова тоже очень веселую песню. Вы, наверное, знаете мультфильм, он очень хороший. Ваши внуки, ваши дети, наверное, с удовольствием его смотрят. «Приключения кота Леопольда». Там есть две злые мыши. Вот одна из них для вас сегодня поет. В доме 8-16 кот живет. Этот кот свободно жить не дает. Днем и ночью все заботы лишь о том, как свести скорее еще с тем котом. Следующую солистку нашего коллектива, Элеонору Шишкину. Она готовится сейчас к конкурсу, и сегодня она споет для вас свои песни. Первая песня называется «Сонная» Раймонда Паулса. Она прозвучит тоже в исполнении скрипки и фортепиано. Oh,
Я с удовольствием представляю вас, вам нашего педагога, который ведет физкультуру в детском саду, но очень любит танцевать. Это наш замечательный бальник Антон Владимирович Курахтанов со своей партнершей для вас исполняет вальс. Произведение Дмитрия Борисовича Ковалевского, которое называется «Клоуны». Итак, Максим Тростин с пьесой «Клоуны». Саву Железнова, который для вас сыграет на своем любимом инструменте аккордеоне три произведения. Первое произведение это будет сонатина, латышская полька и этюд.
Максим, Сара и две Вики для вас поют, еще разочек объявлю, простая песенка. Thank you.
Божья коровка. Давайте очутимся в лете, давайте побываем на поляне, давайте представим, что все в жизни замечательно, все солнечно. Ребята, выбегайте. Исполняет песню «Божья коровка» наша солистка Элеонора Шишкина. Спасибо.
спасибо большое за теплые слова, которые вы кричите из зала, очень приятно действительно, особенно детям, потому что они очень переживают. Тяжело на сцене и танцевать, и петь, и музицировать, но они вот такие, замечательные, одаренные и очень талантливые. А главное, они хотят все это делать, они с удовольствием готовили для вас этот концерт. И сейчас в заключение такого нашего небольшого концерта мы вам споем песню, которая называется «Найди себе друга». Пусть в мире будет все гармонично. Пусть взрослые дружат с детьми, а дети набираются опыта у взрослых. И дружба, наверное, будет тем единственным солнечным моментом, в который нужно всегда верить. Дружба – это хорошо. Дружите между собой, любите друг друга. И пусть в жизни вашей все сложится замечательно. Итак, мы дарим вам песню, которая так и называется «Найди себе друга». Очень популярная, известная. Дедушки здесь все. Мы благодарим вас за прекрасный концерт. Нам очень приятно было на вас смотреть. И некоторые из нас, наверное, вспоминали свою молодость, когда мы тоже стояли на сцене, да, молодыми были. Разрешите вам пожелать успехов в учебе, хорошего здоровья. И мы надеемся, что мы с вами еще будем дружить. Будем дружить. И мы вам дарим сладкий, Наталья Борисовна. Попейте чайку и поговорим. Чего-чего сладкое мы очень любим. И вот никогда не продадите. Спасибо большое за то, что вы сегодня нас поддержали. До новых встреч. Мы будем рады для вас выступать.